Наш земляк Мусор Евлоев вернулся на родину после очередной победы в самой престижной спортивной организации мира UFC. Самолет ингушского бойца смешанных единоборств приземлился в аэропорту Магас, где, несмотря на жаркую погоду, его ждали сотни болельщиков со всей республики. По прилете Мусор пересел в автомобиль и под восторженные крики поклонников смешанных единоборств подъехал прямо ко входу в терминал. Взрослые и молодые спешат обнять и поздравить Евлоева с очередной победой. В интервью нашему каналу Мусор поделился своими впечатлениями после того, как вновь вступил на родную землю. Если честно, впервые такое вижу. Никогда не ожидал. Очень приятно. Мы знаем, тебя еще в Казахстане также встречали, да? Да, в Казахстане всегда хорошо встречают. И там очень большая наша делегация. Очень много хороших братьев, хороших ребят. Как и нашим людям в Ингушетии, очень приятно, когда их земляк выигрывает свой очередной бой, очередные соревнования. 15-я победа из 15 проведенных боев и 5-я победа под эгидой UFC. Мусор Евлоев смог занять 13-е место в рейтинге полулегкого дивизиона. Еще один шаг на пути к чемпионскому поясу. После очередной вот такой яркой победы Мусора Евлоева, можно сказать, что столько народу пришло, хочу всех поблагодарить. Это дополнительная мотивация для наших детей, которые тренируются смешанными единоборствами. Я убежден, что у нас будут много чемпионов мира, и пояса у нас UFC будут, и по всем промоушенам пояса будут в нашей республике. Самое главное иметь желание и стремление и покорять эти высоты.